Только одна минута. У нас гости Сиэтла. Поднимаемся. После самого вкусного ужина, обеда, поднимаемся, находим себе силы. Поднимаемся для общего фото. Обед был просто супер. Еще раз супер поварам. Спасибо поварам. Но мы поднимаемся для общего фото. Для Бога благословенно. Еще фото. Еще фото. Даник, все сюда. Все сюда. Джо, Джо, Таня, все сюда. Славу мира и Сережа. Сущему. Слава ему. Слава за царю. Сейчас меня-то... Ну я с вами, конечно, я тоже пойду фотографироваться. Я иду фотографироваться. Ну вот так вот мы и живем, Дон Педро. Это Дон Педро, а я Дона Пабло. Душа распахивается. Молодые, ну как вам здесь? У вашего сына как? Евгений Юрьевич, пока камера включена, я тебя услышу. Только он знает. Значит, написано, не все говори с лежащей с тобой на ложе. А это сказал Соломон. А у нас сегодня гости из Сиэтла. Валера очень красиво поет. Да вы что? А, ну... Да. Я понял. Вот так вот как-то все красиво у нас. Анжелочка! Продолжается праздник. Отныне и Посвящаются.
эта камера включилась, так? Серега, что-нибудь скажи, ты рад? Что таки мне говори? Говори. Мы такие счастливые и рады жизни. Все. Наслаждаемся Божьими милостями. Так вот это нам... И вашем присутствии здесь, на вашем месте. Дякую вас, щиро. Так, Серега, пожалуйста. Обратила ли ты внимание, что у нас сегодня флаг от самого Лукашенко, вот, зеленый. Вот этот зеленый из края. А я-то думал, это какой-то террористический организатор. Нет, это батька Лукашенко. Ну, только кинуться целоваться страшно. Нет, Серега, не надо вот это. Ну тут же Анжелочка вот эта с мамой. Так. Ну, в общем-то, праздник продолжается. Вот такая вот красота. И наша молодежь поет на английском языке. Неожиданно нас посетили кто? Марик и Филипп. Марик, ты знаешь, что я одел сегодня твои брюки? А потому что они на тебя уже не налазят, дорогой ты мой. Получается, что тебе нужно возвращать, а мне уже умоляться, да, Юра? Так оно получается. Ну что, приятного аппетита вам, парни. Оксаночка, я с вами. Хочется шоколадок, вот это чай. А что я вот это, смотри, торты не ем, то не ем, шоколадки. Мы же почему с тобой дружим? Не только из-за шоколадок. Да ладно, я опять же шучу. Я знаю, что ты шоколадки не ешь. Ем. Ешь, да? Ем. Исправляйся, слышишь? Да, исправляйся. Ну вот это парни мои. В общем-то, все хорошо здесь. Да, Юра? Нормально все. Ну что я скажу Виктору, да? Виктор, тебе сподобилось здесь? Да. Скажу тебе серьезно, братан. Дома, так и да. Так и да, да? Так и огромное да. Спасибо Виктору. Являлся как солнышко ясное. Что вы говорите? Да, отравнял. Ты не представляешь, ровно как струна вот она на гитаре. Виктор, спасибо тебе, щиро дякую. Так что-то... Для нас, для всех нас. А я же говорю, у нас получилось все классно, все, пользуйтесь, наслаждайтесь, радуйтесь. Как он красиво, смотри, показывает часы, Виктор, происходит над твоей головой, смотри, звездочка. Причем благословение произносится на север, да? Запад, на юг, на восток. Потом в небо и... Где, ну, в общем, вот такая где красота сейчас начинается. Сейчас же вечер. Костер, лампочки. Суки, в шалаше едят. Все очень красиво евреи. Сейчас будет.
Правильно угадала? Ну а праздник продолжается, и я с вами. Илья, не уходите! Но репортаж-то продолжается, и они начинают петь мою песню, которую я когда-то написал. Не знаю. Как ты мой? А зачем? Ну где совочек? Где совок? Угли, чтобы сюда сыпануть, запалить это. Серега, секунду, сейчас я же все-таки... Да мы туточки, туточки. Вот так вы решили, Олечка, петь песню, да? Вот так Илья, они решили спеть мою песню. Да, правильно. Правильно делают. Вот именно. Слова народные, музыка народная, правильно? Вот сейчас мне нравится красиво костры. Юра, давай работай в таком же духе вот это. Смотри, как красиво там получается. Ну вот такая вот красота, и репортаж будет продолжаться. Но репортаж-то продолжается, и я хочу показать, какой все-таки у нас большой навес получился вот это. Просто 60 фитов. Почему ты решила писать песни? Я знала, что... Пока я буду показывать навес, девочка будет петь песню, которую она написала сама лично. Супер. Сейчас мы постараемся включить фонограмму, да? Готовы? Ну все. Не волнуйся, все будет хорошо. Тебе видно хорошо свои слова? Так, вот Андрейка уже пришел. Андрейка, обрати туда внимание. Я вижу, там просто царство. А туда ты обращал внимание? Итак, авторская песня. Висит люстра, все красиво освещается. Спасибо тебе.
Ну вот такая вот у нас кухня теперь. Ну я с вами, конечно, дорогие мои. И репортаж будет продолжаться дальше. А что наши гости? Да, Пашенька, все порядок. Ну я с вами, конечно. Смотрите, какая красота. А это поют дети у нас. Хочу показать вам навес другого конца. 60 фитов. Начинается, это наше будущее. Ну, а я с вами. Ну, мы продолжаем съемки. Красота у нас.
с вами, конечно же. Ну а репортаж-то продолжается. Я с вами! У тебя достаточно хорошая аппаратура, уважаемый. Я знаю. Главное, смотри, как, смотри, какая красота, Семик. Ой-ой. Смотри. Часы. Мне нравится. Видишь, она разворачивается, так? Очень красиво получается в кадре. Ну вот так вот Анжелочка с нами, с родителями сидит, отдыхает. А как же в песне Дона Пабло на Суккот собирается народ, а что-то... Ну, в общем-то, я с вами, конечно. И репортаж-то будет продолжаться, конечно, естественно. Студент.
кончается праздник, и он продолжается. Ну а праздничный вечер так и продолжается. И Юра у нас подкидывает дровишки так аккуратно, тепло нам. И главное, что удивительно, вечер теплый, да, Юра? Вечер очень теплый, классно. Ну вот так вот все и заканчивается. Уже как и собирали аппаратуру, сейчас ее разбирают уже. А Валера, это наш соловей сиэтловский. Тепер з надією щасливо я живу. Яка вона солодка мова, да? Солодка мова. Ти є ближчий, ніж пісок припливу, і дорожчий спеку від води. Ти є ближчий, ніж пісок припливу, дорожчий спеку від води. От це Валерчик наш. Город Сіатл. Не знаю, а що мені фамілія? Я знаю, що вона так фамілія. Просто Валерчик, да? Рибак. Валерчик рибак. Та ти чого? Рибак? Рибак, Валерчик рибак. Риба клює, коли вона рибак. А хто це нам розмовляє? А це риба, це ти, я тебе зразу знав, слышиш? Молодець. О, а боже, не а костри-то горят у нас красиво. А Валерчик у нас в гостях Сиэтл. Я не боюсь, мой Бог со мной. Пусть бушует шторм и гром гремит, на буре буду я с тобой парить. Мой отец летает над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Вот так вот и хорошо нам всем. Но я с вами, и Валера еще будет петь. Ну а репортажик-то продолжается, и у нас гости из Сиэтла. И моя любимая Анжелочка, она тоже поет с ними. Да. Так вот у нас все и происходит, уже горят еще костры, тепло, теплый вечер, все красиво. Как любишь ты?
такой прекрасный вечер у нас здесь, в городе Ванкувер, штат Вашингтон. И наши дорогие друзья Сиэтла просто так красиво поют. Так что вечер продолжается, и я с вами буду еще продолжать репортаж. Дорогие мои, я обещал вам, что я буду писать эту музыкальную группу из города Сиэтла, моих прекрасных друзей. Святостью своей осени меня, теплотой согрей, смелая зари. Чего нет сильнее твоей совершенной любви, совершенный Бог, поклоняюсь я святостью. Совершенство твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с тобою. Ты бессилие мое утираешь ты с ниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю. Ну вот, мои родные, это гости Сиэтла. Я воздвигаю руки к тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняйся. Ну вот такой у нас хороший, теплый, просто прекрасный вечер. И я с вами. Сам скажу, такой прекрасный вечер, он продолжается. Давайте пропадем. Давай. Подключите электрику к этой гитаре. Этот год был урожайный, много было в нем плодов. И от сердца каждый славить Господа готов. На Суккот, на Суккот собираемся мороз, чтоб прославить, чтобы вы поймали. И сказать спасибо Бог на Суккот, на Суккот собирается народ, чтоб прославить вас на вселенной. И сказать спасибо Бог. Слова дайте. Так давайте же, родные, славить Бога мы Творца за такое изобилие, за Мессию Иешуа. На Суккот, на Суккот собирается народ, чтоб прославить Творца Вселенной и сказать спасибо Бог. Дон Павла на Суккот собирается народ, чтоб прославить Творца Вселенной.
сказать спасибо Бог. Из Сиэтла к нам приехал Сэм, Валерчик и Димон. Запоют и заиграют, каждый будет удивлен. На Суккот, на Суккот собирается народ, чтоб прославить Творца Вселенной и сказать спасибо Бог. Сан Павла на Суккот собирается народ, чтоб прославить Творца Вселенной и сказать спасибо Бог. Всю неделю жил здесь Дима Деленец. У костра он пел нам песни, говорил велик Творец. На Суккот собирается народ, чтоб прославить Творца Вселенной и сказать спасибо Богу. Мама на Суккот собирается народ, чтоб прославить Творца Вселенной. Спасибо, Бог! Так давайте же, родные, славить Бога мы Творца за такое изобилие, за Мессию Иешуа. На Суккот собирается народ, чтоб прославить Творца Вселенной и сказать спасибо, Бог! И сказать спасибо Богу. На Суккот собирается народ, чтоб прославить Творца Вселенной и сказать спасибо Богу. И заиграют, каждый будет удивлен. Но прекрасный вечер продолжается. У нас в гостях сегодня гость из Сиэтла. И один из гостей — это Валерчик. Удивительный. Тополя, тополя, пора аистов мельзе бездомно. Голубая планета Земля, беспокойный привременный дом мой. С выдержкой. Как прощается аист с гнездом, где прожил он короткое время. А я покидаю свой дом, увлеченный за облачным светом. Выше тополей и выше облаков, выше, чем лежит дорога млечная, я стремлюсь туда. Не царствует любовь, я стремлюсь туда, где радость вечная. Тихо листья летят с тополей, попадают под ноги прохожих. Так годы земные
Не бывает того скоро жизни, кто готов жить с Иисусом всегда. Приготовленной вечной очистке выше тополей и выше облаков, выше, чем жизнь, дорога млечная, и я стремлюсь туда, где царствует любовь. Я стремлюсь туда, где радость вечная, выше тополей и выше облаков, выше, чем лежит дорога млечная. Я стремлюсь туда, где царствует любовь. Я стремлюсь туда, где радость вечная. Вот такой прекрасный вечер, и он продолжается. Вечер продолжается, и мы по-прежнему слушаем Валеру. Валерчик! Так, внимание сюда! Песня серьезная, поэтому требует серьезного прослушивания, так? На болоте осока сверху глянешь, как шел. Я летел невысоко, но летел, вот это и шел. Вот она. И над этой осокой с наступлением дня вдруг кутила веселые, подстрелили меня, ничего я не понял. Крылья слепись в крови, я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Криком стаи не внемля, выбиваясь из сил, тут я вспомнил про землю, а о небе забыл. Я охотника видел, миг, когда утопал, видно, я их обидел, что в болото упал, ничего я не понял. Крылья слеплись в крови, я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Или это мне снится? Я живу, не сдаюсь, я подбитая птица, вновь в полету учусь. И над этой осокой вновь навстречу лучу. Пусть опять невысоко, ну а все же взлечу. Может, выживу, будь я средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. И пусть хорошее плохое пройдет. Модуляция и пошел еще голос. Или это мне снится. Я живу, не сдаюсь, я подбитая птица, но в полету учу. И над этой осокой вновь навстречу лучу. Пусть опять невысоко, но все же взлечу, может, выживу в бурях, средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, и пусть хорошее будет,
пусть хорошее будет, а плохое пройдет. Итак, у нас сегодня гость Валерчик Сиэтла. Ну а теперь после Валерчика, конечно же, наш дорогой Сэмик с Адирочкой. Шалом, говорим, шалом, шалом. Это уже Сэмик наш балует. Ну такой удивительный, просто прекрасный вечер. И даже уже оставшиеся люди тоже не хотят уходить. Даже моя девочка Анжелочка получает просто удовольствие, да, Анжелочка? Все очень красиво, костер горит. Сэмик, огромное тебе спасибо, молодец. Я не знаю. Мам! Ну что я вам скажу, дорогие мои, репортаж идет уже к концу. Нам было очень хорошо. Прошел праздник Кущей, Суккот, жатва 2016. Вот, сидят уже самые смелые, которые не хотят расходиться у костра, им хорошо, тепло. Вот музыка, гости Сиэтла. Нам так хорошо. И мы очень счастливы. Смотри, Анжелочка, какой красивый костер. Да, он уже догорает. Мы сейчас посидим. И, конечно же, будем разъезжаться. Спасибо всем. Да, спасибо. Кто пришел, кто разделил с нами праздник. Огромное спасибо всем участникам, которые участвовали, поддерживали нас. И даже те, которые пришли, радовались вместе с нами. Да, всем спасибо. Огромное. Всем хорошего года. Ну что, дорогие мои. Праздник прошел. И вот мы с Анжелочкой приехали уже на следующий день. Это уже утро. Прошла ночь. Мы приехали наводить здесь порядок. Вот, и на этом я хочу уже закончить репортаж. Еще раз показывают эти флаги, как они красиво развиваются на ветру. И вот в этом месте, в Дон Пабло, Renewal Center, прошел этот прекрасный праздник Суккот. И как всегда с вами был, и вы меня уже узнали по голосу. Ваш журналист Дон Пабло. Я с вами. И до следующих репортажей.